Говорят, что если любишь кататься, то люби и саночки возить. Но после просмотра этого видео вам захочется сказать: любишь кататься, люби и транспортные средства создавать. Сегодня я расскажу вам о 16 нереально крутых транспортных средств, которые были созданы простыми, однако весьма изобретательными людьми. Для любых дорог. Временами автолюбители вынуждены использовать ужасные дороги. Болото, песок, огромные ямы – это все не будет казаться вам помехой на таком гиганте. Огромные колеса обеспечивают удобство, безопасность и комфорт даже в самых плохих условиях. Да и выглядит это авто нереально мощно и круто. Главное – практичность. Хотите себе крутой мопед, но из ценности дома есть лишь газовый баллон, старые колеса и пару металлических палок? Что же, любой недостаток можно превратить в преимущество. Именно это и демонстрирует нам создатель такого мопеда. Весьма практично, согласны? Трансформер. В один момент вы видите перед собой совершенно обычный автомобиль, а в следующий миг уже оказываетесь в фильме «Трансформеры». Ведь как иначе объяснить это необычное преображение? Зрелище действительно захватывает. Я уверен, что быть владельцем подобного авто – мечта многих. Гибрид. Байк, автомобиль, а может все вместе? Да, это именно тот случай, когда два по цене одного. Кому-то в голову пришла действительно гениальная идея соединить два транспортных средства. Ты выглядишь как настоящий крутой байкер и в тот же момент можешь подвести парочку друзей на заднем сиденье. На уровень выше. Любите всегда быть на высоте? Что же, можете оставаться на таком же уровне и во время езды на транспортном средстве. Этот велосипед позволит вам наслаждаться прекрасными пейзажами, да и в толпе вы будете гораздо более заметны, чем остальные. Прокатились бы на таком? И на земле, и на воде. Может показаться, что этот парень перепутал оживленную улицу и пляж, однако он вовсе не глуп, скорее наоборот невероятно умный и изобретательный. Ведь с таким транспортным средством жизнь сразу становится легче. Захотел – прокатился на работу. Захотел – половил волны в море. Домашний уют. Бывает такое, что сидишь дома, на уютном диване в домашней атмосфере, но вдруг тебе нужно бросать это все и куда-то ехать. Это транспортное средство создано именно для таких случаев. Обивка дивана, лампа, столик – каждая деталь продумана до мелочей. И даже на дороге чувствуешь себя как дома. На пикник. Хотите выбраться с друзьями на природу? А что если не вы будете ехать на пикник, а пикник будет ехать к вам? Деревянный столик, удобные лавочки и даже зонтик от солнца. И это все на колесах. Вы легко можете устроить путешествие пикник с ветерком. Правда, это необычно. Байк для ковбоя. Кто сказал, что для того, чтобы увидеть ковбоя, вам нужно перенестись на Дикий Запад в прошлое? Парень, который создал этот байк, точно поспорил бы с таким утверждением. Он видоизменил своего железного коня, и теперь это транспортное средство точно готово к забегам на длинную дистанцию. Просто и со вкусом. Это авто просто подкупает своей простотой и в то же время определенным неповторимым стилем. Он бросается в глаза издалека из-за сигнального огня оранжевого цвета. А отсутствие двери и крыши позволяет вам наслаждаться свежим воздухом и видом вокруг. Многофункциональный ретромобиль. Вам нравится стиль ретро, а металлические изделия? Если вы в придачу к этому еще предпочитаете что-то оригинальное и необычное, то такое авто, несомненно, вам подойдет. Только посмотрите, тут даже разные колеса спереди и сзади, а сам корпус выглядит по-настоящему впечатляюще.
сносит крышу. Да, это транспортное средство просто сносит крышу. Как в прямом, так и в переносном смысле. Этот парень всего при помощи одного движения руки поднимает не только крышу авто, но и сам корпус. Действительно, зачем открывать дверь, если можно проделать такой фокус? Авто в последний путь. К сожалению, в жизни случаются и не самые радостные события. Но даже это не повод следовать традициям и не внести каплю оригинальности. Такое транспортное средство поможет провести человека в последний путь и достойно с ним попрощаться. Выглядит оно одновременно сдержанно и роскошно. Мощный байк. 10 лет. Именно столько времени ушло у создателей для сотворения этого гиганта. Такой байк способен развивать скорость до 200 км в час. А наличие трех колес делают его устойчивее и прочнее. Хотели бы прокатиться на таком? Автолыжи. Дороги замело снегом? Не беда. Машину можно оставить в гараже, а вместо нее достать эти замечательные механические лыжи. На них действительно очень удобно передвигаться зимой, да и чувствуешь себя на каком-то горнолыжном курорте. На сегодня все. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. А также пиши в комментарии, какое транспортное средство тебе запомнилось больше всего. Спасибо за просмотр. До скорых встреч!